Друзья мои, всем привет! Вот я открыла свои закрома пряжные. В голове мысли такие, чтобы начать вязать еще. Вот сейчас смотрю на пряжу и думаю, чтобы начать такое вязать. Поделала все домашние дела. Вот, и время достаточно. Вот сейчас смотрю на пряжу и не могу никак определиться, чтобы такого еще начать. Понимаю, что нужно довязывать блузочку дочери. Куча еще начатых процессов. Кардиган мой не двигается ни один, ни второй с места. Ну, неохота мне что-то за них браться. Хочется что-нибудь новенького. Куча пряжи новой. Руки чешутся что-нибудь начать нового. Вот, закончила я свое платье. Я вам обязательно покажу. Вот, ну еще у меня кое-какие дела. Сейчас нужно сшить занавески сыну в газель. На улице дождь у нас. И поэтому хочется рукодельничать. И вот смотрю на пряжу и думаю, чтобы начать мне еще вязать. Мысли кое-какие есть. Сейчас, если я определюсь, я включусь и вам покажу, начала я или не начала, что-то новое. Как видите, сегодня у нас вот такая погода. Еще 4 дня назад лежал снег, шел. Фу. Все было белым-бело, красота. А сегодня уже все. Все бежит. Вода. Снега уже как и не бывало. Вот и вся кубанская зима. А я сейчас занимаюсь вот чем. Сын попросил сшить шторы ему в газель. И вот я сейчас достала свою машиночку. И сейчас я их буду шить. Сейчас я их обстрочу с двух сторон. То есть ему нужно, чтобы по кругу закрываться во время ночлега. Сейчас я прострочу по бокам и пришью вот такую вот ленту, чтобы крючочки сюда вставлять. И все, и будет готово. Так что сегодня у меня не вязальный день, а немного с шитьем. А потом сяду, повяжу. И я тут начала новый процессик. И я вам обязательно покажу. Вот, девчонки, довязала я свое платье, свою золотую лилию. Вот такое оно у меня получилось. Длинное. Но зато все цвета я использовала. Вот такая красота. Вот так оно на манекене смотрится. Ну, конечно, широковатое. Оно-то побольше. Манекен 42 размера, а у меня сейчас, наверное, 46 где-то. 46-48, вот так. Вот такая красота получилась. Мне очень нравится платье. Плавно переходят красиво цвета. На свет оно поблескивает. Осталось мне только купить ткань. Не знаю, может, завтра, послезавтра я поеду в магазин, куплю ткань, чтобы сшить под низ чехол. Вот. Ну, не знаю теперь, какого цвета мне взять либо коричневого, либо черный. Я не знаю, посоветуйте мне, какого цвета мне взять чехол. Я так думаю, что коричневый. Он будет как раз и вот здесь. Ну, красиво смотреться, сочетаться будет. Или какой-нибудь такой, ну, рыженький, горчичного цвета. Думаю, такой взять чехольчик. Ну вот и все. Теперь у меня есть наряд к Новому году. Еще у меня есть вот такая бижутерия. Сейчас я повешу. Вот так. И мне кажется, вот так вот теперь полный образ. Вот так будет, наверное, красиво. Красиво смотреться вот с такой штучкой, с янтарями на цепочке.
Вот. Ну и сейчас я покажу, что я вяжу теперь, придумала, что я тут надумала. Давно я смотрела на один джемпер и в Пинтересте, и в Инстаграм, и на Дзене. Вот, и мне понравился этот джемперок. И вот теперь хочу эту идейку воплотить в жизнь. Сейчас я вам покажу его. Я покажу вам картинку. Ставлю здесь. Вот этого джемпера. Все, наверное, видели на просторах интернета. Вот я начала вязать. Пока я провязала только резиночку. Вот. И вяжу я из пряжи Ализе Cotton Gold. Вот она, беленькая цвет. Это основная будет. Потом Мадам Трикоте. Вот это Мадам Катон серого цвета и розовый Ярнар джинс. Это у меня вот остатки розового остались. И я думаю, должно подойти, потому что они примерно по метражу одинаковы по толщине ниточка. И вот я их хочу скомбинировать. И не знаю, что получится. Вот просто начала, пока у меня есть время. Повяжу, посмотрю. Потом, если будет что получаться, вам обязательно покажу. А если нет, значит, участь одна, роспуск. Ну, я думаю, что-то да получится. Ну, а на этом я буду с вами прощаться на сегодня. Всем пока, до новых встреч!